Всем привет! Меня часто спрашивают, как я использую лазерный уровень в своих измерениях. На самом деле здесь ничего сложного нету. Покажу на примере вот этой машины. Итак, первым делом надо выставить машину по лазерному уровню. Итак, делаю метки, по которым буду выставлять по уровню. На черной машине приклеиваю кусочек скотча и ставлю метку. Устанавливаю по уровню. Если надо подкорректировать обе стороны, когда машина стоит на стенде, я использую вот эти вот подъемники для установки на стенд. Если машина не стоит на стапеле, то я использую простой домкрат. И вот как мы сейчас видим, здесь стоит пометки, вон что чуть-чуть ниже, а другая сторона стоит, как мы можем видеть, выше. Значит, нам нужно приподнять ту сторону. Если выставить машину по стойкам невозможно, но мало ли чего, нету стоек или лазер до них не доходит, можно использовать простую строительную рулетку. Сейчас вам покажу. От любой точки на данный момент от крепления капота, завесы, мы ставим рулетку и здесь показывает расстояние от точки до лазера. На той стороне должно быть так же, но это только в том случае, если эти места не имеют повреждений. Самое главное, что при помощи рулетки вы можете измерить любую точку на машине. Главное, чтобы машина стояла по уровню. То есть, от какой-то изотительной той точки берем, измеряем расстояние до лазера, также здесь. То есть, любая точка, либо это, либо это, естественно, они должны быть на одном уровне. Также можно и снизу также мерить. Конечно, при измерении рулеткой возможна погрешность. Но я думаю, небольшая, миллиметров два. Эту роль вам не сыграет. Но лучше всего, конечно, стандартный. Напрямую лазер на какие-то точки. Это обычно может быть на горшках, либо на лонжеронах. Но в некоторые места вы не подойдете лазером, только при помощи рулетки. Ну что, обычное стандартное измерение сейчас. Будем прицепляться к левому лонжерону. Мы его выставили по креплениям балки. И можете видеть, какие идут не совпадение, то есть тот правый лонжерон стоит выше на сантиметра полтора-два. Таким образом можно измерить любую точку, также узлы подвески, подрамника, ну и всего остального. Ну что, все, что я в этом клипе вам показал, это для определения высоты узлов, деталей и частей машины. Диагонали я обычно измеряю другим своим инструментом. Вот здесь есть ссылочка. Можете посмотреть. Надеюсь, что эта информация была кому-то полезна. С вами был Артур. Пока!